есть в нашем обществе леденящее душу «если». Если это угол, под которым рушится наше «я», скорость, с которой катится наш мир. Если один и тот же врач-гинеколог в течение одного и того же дня может помочь одной женщине сохранить желанную беременность, а второй избавиться от нерожденного ребенка. Если молодой отец гибнет от взрыва снаряда, неся в бомбоубежище одеяло, чтобы согреть свою дочь. Если девочка-подросток выбрасывается из окна от непонимания родителей, которое завело ее в тупик. Если аптекари опускают головы, продавая препараты, которые в руках подростков превращаются в смертельно опасный наркотик. Если 20-летнего парня, который вот-вот умрет от передозировки, выводят из притона на улицу вместо того, чтобы вызвать скорую. Если мать оставляет ребенка на перекрестке, пообещав вернуться, и он ждет ее 3 дня и 3 ночи, чтобы больше никогда не увидеть. Если детям навязывают сексуальное воспитание, а в борьбе с эпидемией ВИЧ-СПИДа раздают презервативы, как панацею. Если одинокие старики доживают последние дни в чужих холодных стенах, имея родных детей. Сколько еще таких «если» нужно нам, чтобы наконец прийти в себя? Сколько еще брошенных детей, разрушенных судеб, искалеченных жизней? Что, в конце концов, будем делать мы по ту сторону от этого «если»? Спрячемся за спину государства? Или поставим свое плечо? Услышим ли немой крик? Увидим ли скрытую боль? Откроем ли уста за безгласных? Разожмем ли кулак? Утрем ли чужую слезу? Это простые вопросы, которые требуют простых ответов. За нас не ответит никто. Именно сегодня, именно я и именно ты. Именно здесь и именно сейчас. Другого времени не будет. Ведь иллюзии разрушают наш мир и делают его жестоким. Завтрашний день – это иллюзия. Сегодня – это реальность. А что, если не поймут? Осудят? Не оценят? Забудут? Когда мы преодолеваем свое «если», жизнь обретает новые краски. Когда мы делаем то, чего боимся, потом гордимся этим и благодарим Бога за данный нам шанс преодолеть себя и переступить через ненавистное «если». Моя позиция не знает слова «если». Сегодня моя позиция жизнелюбивая, жизнеутверждающая и жизнедающая. Она основана на вере в то, что все живущее было однажды вдохновлено даятелем и повелителем жизни – Богом. Моя позиция заключается в том, чтобы эту жизнь беречь, защищать и хранить. Сегодня брошен вызов самой жизни. Вы те, кто выступает за убийство нерожденных. Не кажется ли вам, что вы живы лишь потому, что однажды избежали аборта? Сегодня система нашего мира пытается лишить жизнь ее смысла. СМИ навязывают нам массовую культуру с ее материализмом и жаждой развлечений. Сегодня детей учат законам физики, математики, но никто не учит их законам жизни, ценности времени, величия судьбы, силе мечты. «Я властелин своей судьбы», — гласят пророческие строки Уильяма Хенли. А кем покидают школьные стены сегодняшние выпускники? Безвольными последователями навязанной системы ценностей с названием «я», «мне», «мое»? Каждый из нас одновременно режиссер и главный герой своей жизни. Камера включена, и каждый дубль пишется. Второго шанса, второго дубля не будет. Сегодня прямо на наших глазах разворачивается отчаянная борьба за бесценный дар человечества, дар жизни. И сегодня пришло время выступить за жизнь, сущность самого Бога. Научившись быть благодарными за каждый день, мы приближаемся к Богу внутри нас. Как часто люди намного бережнее относятся к обуви, которую меняют раз в год, чем к своей жизни, которую нельзя купить на распродаже. Моя позиция – жизнь приумножать. Там, где ставят крест – сажать деревья. Когда сжигают мосты – закрыть глаза и плыть, а когда земля уходит из-под ног. Просто отдаться небу. Оно всегда услышит и никогда не отпустит. Жизнь – это нерукотворный дневник. И наш выбор – наполнить ее смыслом. Давайте вместо клякс обыденности, эгоизма и серости будем писать на ее страницах яркие картины добра, мечты, значимости и веры. Моя позиция – это моя жизнь, которую я не променяю ни на что.
Эта программа подготовлена к показу партнером CBN в странах бывшего Советского Союза Ассоциация милосердия «Эммануил». Более 20 лет мы несем благую весть через средства массовой информации. Оказываем бесплатную медицинскую помощь и служим детям-сиротам. Приглашаем вас поддержать это служение и стать нашим партнером. Позвоните нам по телефону, который вы видите на экране, и сообщите о своем решении. Давайте вместе изменим мир.